и думаю, господи, да когда ж это будет, когда ж они уйдут домой. Вот сюда попало снаряд, и вот сейчас вот это здесь вот. За последние два года люди поменялись очень сильно. Чтобы соединиться, это невозможно. Вот эти вот коричневые кричат «Хайль Гитлер», эти кресты носят, руки вскидывают. Плохо люди в школах учились, плохо знают историю. У меня русская собака. Собака – это русский спаниель. И в России у меня друзья, и родственники есть в России. Я жила тут, на Украине. И все было хорошо. К сожалению, оказалось, что в 21 веке хотим воевать. Вот так и получается.